Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем строить парник. Параллельно с ним привезли шпалеры. Парник у нас грубо метр на 6 будет. Пристенный с откидными крышками. Типа бабочка. Вот на этой длинной грядке он будет стоять. Пока приступаем к сборке. Каркас парника мы поставили. Зашили заднюю стенку поликарбонатом. Уже выставили на место, где он будет стоять, так скажем, на ПМЖ. Сейчас зашиваем торцы и зашиваем крылья поликом. Все, парник будет готов. Закончился у нас монтаж. Строили мы сегодня парник. Тип открывания бабочка. Парник пристенный. То есть стоит он одной стеной к забору. А другая сторона у него открывается вот так вот на подпорках. Каркас сделан из профильной трубы 20 на 40. Покраска полимерным порошковым способом. Стоит это все на брусе. Брус 100 на 100. Пропитан антисептиком. Вот так его можно закрыть. Все секции открываются и закрываются по отдельности. Абсолютно автономные. Длина у него 6 метров, ширина 1,10 м. Это заказная конструкция. Вот такой шикарный парничок у нас получился. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.